Уважаемые одесситы, коронавирус, к сожалению, уже на территории Украины. Вопрос времени, когда он будет в Одессе. Поэтому мы просим вас не паниковать, а придерживаться очень строгих правил поведения, ограничить посещение людных мест, меньше коммуницировать или вообще желательно ограничить коммуникацию с людьми, у которых простуда. Хотелось бы отметить, что мы также рекомендуем не посещать и настойчиво, и сегодня будут приняты соответствующие решения о том, чтобы перестать посещать кинотеатры, крупные торговые центры, концерты, большие выставки, митинги, в том числе уличные спортивные площадки и стадионы. Это все делается для того, чтобы максимально создать все превентивные механизмы по уменьшению распространения вируса на территории нашего города. Данные меры превентивные мы начали принимать еще в январе месяце. В Одессе создан оперативный штаб распоряжения Одесского городского головы. Все службы коммунальные, городские переведены в особый режим работы. Создан телеграм-канал и горячая телефонная линия по вопросам коронавируса. 1550 короткий номер. Каждый час мы получаем оперативную информацию, и каждые 3 часа мы получаем информацию от 4 мониторинговых групп, которые созданы во всех районах и больницах города Одессы. На сегодняшний момент ни одного случая заражения коронавирусом в городе Одессе не зафиксировано. В понедельник мы ожидаем получения большого количества тестов. Помимо того, экспресс-тестов и на ближайшей сессии городского совета будут выделяться средства для дополнительной закупки медицинских препаратов, средств для дезинфекции и многое другое. Помимо того, мы создали общегородской план действий, который заключается в том, чтобы все службы, наши муниципалитета, государственные органы, клиники, больницы, ЖКСы, ОСМД, вузы, чтобы все действовали в унисон вместе с национальной полицией, ДСНС, Министерство здравоохранения и многими государственными другими структурами. Сегодня тот период времени, когда вы должны максимально находиться дома и минимизировать свои контакты с другими людьми.